Всем доброе утро. Сегодня папа спал очень долго. Проводила Алину в школу, покормила Артура. Артур решил немножко поспать, и я вместе с ним. Вот только недавно проснулись 9:30. Скажи доброе утро. Доброе утро. Да, это было доброе утро. У нас мини-завтрак. Палочки льняные, кукурузные. Да, Артурчик? Умылись уже все. И Артурчика умыли. Весь мокрый. Папа пойдет себе приготовить смузи. Яблочно-банановый, как обычно, с утра. Ну и планов на сегодня особо нету. Будем просто выживать. Пока Артурчик смотрит мультики, папа готовит котлетосы. Ну или оладушки. Вот так вот они выглядят. Готовые. Вот так вот они выглядят не готовые. Здесь рис, картошка, лучок, специи, инутовая мука. А я еще собрался перекусить. Артурчику сделал бананчики, себе чечевичный супчик разогрел. Ну и какао попью. Все в процессе работы. Готовка, еда и смотрение за ребенком. Как все круто. Кокосовое молоко делаю. Взбивал, наверное, минут 3 в теплой водичке. Сейчас, вот что получилось. Сейчас надо будет отжать. Я думаю, можно будет занести любимой в роддом. Артурчику дать попить. И мы с Ариной еще попьем. Я думаю, тут литр получится. Нам как раз хватит на сегодня. Все отлично будет. Осталось нам только... Сейчас Арина придет из школы. Уже час. Наверное, через часик она придет. Пообедаем. И пойдем сходим в роддом. Мама уже завтра, скорее всего, выпишут. Так что сегодня много и ничего не понесем. Гречки немножко, молочка, крапивы попить. Ну и все. А, котлетосы я же еще пожарю. Ну и котлетосы. Пойдем посмотрим, что сейчас Артурчик делает. Что ты тут делаешь, малыш? Что ты тут делаешь? Он наблюдает за птичками. Тут мама подкармливает синичек за окном. И Артурчик любит за ними наблюдать. Так вот выходит и ждет, пока они прилетят. Но они пугливые немного. Если будем здесь стоять, то вряд ли они прилетят. Тут и так есть кому караулить их. Тут Мурза вечно наблюдает за ними. Тут частенько Масяня сидит. Часто они тут за ними смотрят. В общем, ладно, пойду готовить обед. Вот тебе уже интересно эта камера, а? Вот, сколько получилось молока, целый литр. Попробовал, классненькое, такое жирненькое. Пахнет вообще классно, таким ванилинчиком, кокосом. Супер. Артурчик, иди понюхай молочко. Иди. Понюхай. Вкусно, скажи. Я тебе потом сделаю его. Я тебе сделаю молочка попить. Ну, потом, сразу надо пообедать. Да, малыш? Сразу пообедаем, потом будем пить молочко. Так что все, будем обедать, наверное. Как и говорил, сегодня немного понесу. Вот котлеток, гречка с кокосовым маслом, вот с этим вот, кокосовое молоко и крапивы попить заваренное. Сегодня немного, да. Уже время... Время. Почти 3. Через полчасика где-то, наверное, выдвинусь к 3:30. Там заканчивается перерыв. Передавать передачки. 2 часа с 2 до 4 перерыв. Нельзя ничего передавать. И все. И тогда, там, видимо, тихий час в это время. Вот к 4 подойду и отдам. Так что все, я пошел почти. Выбрался. Я все-таки к любимой уже в роддом продвигаюсь. Один пошел. Никого с собой не взял, чтобы было быстрее. Оставил Артурчика с Ариной и с мамой там, дома. Решил немножко сократить путь. Есть у нас тут как к фонтану идти. Такой лесок приятно. Можно прогуляться и подышать свежим воздухом.
Так что вот, перед сном немножко подышу воздухом. Со мной воздухом, надеюсь. Все, иду в роддом. Грею ужин. Чтобы не греть в трех кастрюлях, нашел хитрый способ. О! Рис, гречка, картошка. Все в одной кастрюле. Три в одном, ужин три в одном. И что у нас еще будет на ужин? У нас на ужин будут котлетки. Буду запивать кока-колой, наверное, как обычно. Ну и что у нас тут еще осталось? Помидорки и огурчик. Вот такой вот у нас будет ужин. Класс, я же сегодня сделал кокосовое молочко. Оно уже у нас отстоялось. Масло сверху. Но это не страшно, это можно все взболтать. И попьем какао с молоком кокосовым. Класс. Так что надо разогревать ужин и все, ужинать. У нас, как обычно, дома погром, который устраивает Артурчик. Да, Артурчик? Арина пока делает уроки, Артурчик решил тут поиграть. Место дивана превратилось в место строительных действий. Ну, только коты поглядывают из-за штор на него. Потихонечку Артур доедает свой ужин во время игры. Да, Артурчик? Играется, а я ему по ложечке даю. Он сегодня у нас не спал. Возможно, доест. Поиграется, может, часик еще. И спадки ляжет. Да, Артурчик? Ляжешь спадки? Кстати, в 7 часов будет. Да. Ляжешь спадки, нет? Молчит. Ну, посмотрим, ляжет или нет. Поужинали. Сейчас пьем какао с кокосовым молочком, с хлебцами рисовыми со стевией, сушеные бананчики. Арина отказалась от них. Она просто с хлебцами пьет. Вкусно, да? Классно. Они сладенькие немножко. И Артурчик, хоть и поужинал, все равно решил выпросить у нас хлебец, да? Спадки уже хочешь? Ну на хлебец доешь свой и можешь уже ложиться. 8 часов в принципе. Сейчас он ляжет спать, он уже хочет, уже видно по нему. Значит, тогда допиваем, да, Арина? Допиваем все и Артурчика укладываем спать. Я думаю, потом начнем заниматься каждый своим делом, пока Артурчик будет спать. Ну и всем до свидания. Спокойной ночи. Пишите в комментариях, как вам сегодняшний наш день, как прошел ваш день. Ну и до завтра. Всем пока.